Сегодня 24 апреля. Вот он, малышок. Это из второго выводка. Вчера третий выводок у них вывалился. Первый раз видел такое, что прямо слышу, утром рано воркует и воркует. Я говорю, Володя, наверное, у нее вывелся. Так прямо песня там поется, и оба, главное, воркуют. Так и есть, они очень любят детей, но только на короткое время. А потом на произвол судьбы. И вот вечером, ну, они попеременно сидят. Ночь она сидит, как правило, всегда, большую часть. А он днем тут гуляет, за другими голубками ухаживает. Но ничего нет у них, просто он любит. Он пиджин, голубь, а это пижон. Оттуда это происходит слово. И он что-то там, какое-то хлопанье крыльев, то другое, я подошел, что ж там делается-то? А она здесь гуляла, он сидел, а там, видимо, под ним шевелятся, ему это приятно. Мальчишки-то, ну, ему, он там, памперсы, видно, меняют у них. Она увидела, он сбоку маленько отодвинулся от стенки, она мигом туда шагнула и накрыла, а у него ничего и нету. Теперь я разбираю. Он ее схватил за шиворот и поволок ее прямо с бюстгальтером вместе. А она бьет его крылом по морде, отойди, да я в ювенальную юстицию обращусь. Вот она ее. А она с детьми прощалась. Они не знают, что сегодня их я взрослых отправляю в деревню. Володя увезет. Вот это он любит так своего голубенка, так не кормить, не, все уже не кормит. Изо рта ему не отрыгивает. А просто она его, она не знает это, но целует и целует и целует его. Ну, я туда руку-то засунул, Володя маленько заснял, и мы, я его просто вытащил оттуда, перекрыл коробку пополам, она вот, она, коробка у меня, вот влетает, где они, в коробку-то. Вот. Показать, вот она вылетела. Володя, иди скорее сюда, на, скорее, скорее, потому что пока ее нету, успеть там посмотреть сюда, подходи. Что там есть? Вон она, глянь. Видно, нет тебе? Да, видно. Вот сейчас под яичко я вытащу, второе яйцо выбросил. Вот оно какое, второе яйцо. Вот. Ну, они, вон они, вон два. Достать их? Да, зачем? А? Нет, не надо, так видно. Вот она, видно, вот двое они. Она их уже кормит кто-то. Ну, с собой отправить нет, это они обречены. Ничего нельзя сделать. А этот остается. Ну, чтобы она туда сейчас не лезла, маленько поела. Как только приедет сегодня Игорь Барабаш, специально я коробку шил, и я их туда загоню. А как я шил? Ну, вот я покажу вчера. Коробочку такую нашел, пришил ей коробку. Вот с чем вожусь, смотри, как. Вот она, коробка. А теперь вот так открываешь и посадить. Посадить, а веревочкой перепутал, и все, она уже не вылетит никак. А для кошек... Буска будет у Надежды Васильевны жить, когда она приедет, а рыжая с ними на Володином доме, а у меня паря останется. Вот она, смотри, показывай, показывай. Ты гляди внимательно на них. Мне надо готовить, Игнатий Иванович. Ну, меня там никуда не денется, рыбу посмотри. Рыбу убирать надо. Да, пожалуйста. Готовить надо, ну правильно. Вот он сидит. Вот они летают. Это она мечется так. Ей надо попасть туда. Я сейчас сюда подойду. Нет, а он сидит. Это сегодня. Вот они 24 апреля. Вот она. Ей залететь охота туда. И видно, они бодренькие такие. Но наверху у меня там породистые. Там пузанчики такие растут. Надо снять будет. О. Она ищет, мечется, как попасть. И главное, там шторки не дают с той стороны. Все равно залезет и там обходит. Может, там, где отверстие. Вот она непрерывно летает. Непрерывно. Вот она прицепилась. И решетка. Попасть надо туда. Но она, они не замерзнут. В избе это нормальная температура сегодня. Вот она как. Мне покоя нету.
А он стоит, караулит. А она летает. Ей надо попасть туда. Так, подай-ка мне в руку этот фонарик. Фонарик сзади на печке лежит. Вот. А вот теперь бы надо это... Потихоньку подойди еще. На одну минутку, Володя. Иначе я показать, как она залетать будет. Вот она. На ее. Направь. Вот она. Внизу сидит. Так, ну-ка уйди с моего ноутбука. Ну, она уйдет. Теперь этот, смотри, под ногами сидит где. Покажи все. А сейчас потихоньку с той стороны обойди вот так вокруг. Не наступи. Вокруг этого тазика. Вот она прилепилась. Скорее, снимай. Ну, что такое? Что? Ну, ой, гляди, я пытаюсь задеть. Ну, теперь проходи. Ну, а этот под ногами. Ты что крутишься, а? Вот он какой. Ну, что такое? Ой, высоко как, упасть нельзя. Вот она. О, теперь я подхожу сюда, а ты подходи с той стороны. Она меня сейчас будет вышибать. Подходи рядом, чтобы посветить на маленький. Как она будет их занимать? Туда подходи ближе. Вот, подходи сейчас. Вот она. Туда, скорее, скорее, посмотри на них туда. Она сейчас залетит. Нет, она не боится, сейчас залетит. Как раз боится. Еще заходит она, сейчас прыгает. Смотри. Все, успокоилась. Вот как устроено. Вот, голубь это не подкаблучник, на 100%. Никак. Голод настоящий хозяин. Он ее гоняет и гоняет, пока она не придет домой и не будет сидеть там заниматься с ребятишками. Никакого кино ей, никаких товарок подруг, он ничего не знает. Иди, водись, вышла замуж, сиди дома. Как я вам зато говорит, превратись в камень. Вот он как. А этот, который побольше, он берет на себя, учит его, гладит. Все. А вот петух, это тоже... Если так вот взять по-настоящему-то, не подкаблучник, у него гарем целый, и он гоняет их, когда надо какой, он не спрашивает никак, гонит. Курица-то убегает, говорит, если хоть и не убегу, так согреюсь, петух говорит, не догоню. Вот так. Гусь это настоящий, если бы так по-нашему сказать, вон где, настоящий христианин. Вот у него у нас были гусихи, и вот выведут, когда они... И первый раз он гуся отведет, он вот так вот пляшет ногами на одном месте, голову задерет и га-га-га-га-га-га-га, чтобы все знали. И вот ходит с ними. Петух не знает цепушек, он не знает, не трогает. А гусь ходит все лето с ними. И бывает ямка, и упал гусенок, опрокинулся и лежит. И он га-га-га кричит, из деревни придет кто-то, лежит, из ямки вытащил. Теперь он пошел голову кверху и все, спас. Голубь настоящий хозяин. Не просто там какой-то тиран в семье. Нет. А вот голубь это настоящий тиран. Пока она перед ним не склонится. Он ее долбит и долбит. У него уговоров никаких нету. А все на подтакушках это. Бей, говорит, молотом, и будет баба золото. Так, потихоньку сюда. Это он к этому подошел. Сейчас он выдуманного врага себе нашел. В зеркало смотрит свое отражение и воркует. Я разговаривал, он бы в зеркало сейчас уже сам себе ворковал, но тут я его как бы насторожил. И вот сегодня в коробочку, как малышей спасти, не знаем. Ну, они опять же, скоро у них
Все, ушел, не стал.